Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Типичный заход Арслана пишет! Типичный заход Арслана! Кстати, кильтас еще тоже прикольно поменяют. Она сейчас, видите, дает, каждый третий дает 2-2, да, получается? Ее поменяют так, что она будет давать 1-1, но она будет улучшаться за каждое третье разыгранное существо. То есть, что-то вроде бухгалтерии местной, только, ну, типа, похуже, само собой, потому что там каждый третий только карта делает. Но все равно прикольно. Можно будет как-то прессовски делать, как-то их сетапить, короче, немножко. Что бухгалтерии, ну, типа того, да. Типа того. Давайте начнем. Все равно на первый файт проиграем. Хотя сейчас типа ставить не ставить, но с другой стороны, там же, если обилка, то ее там словно вот. А, даже так, окей. Собственно, как будет работать. Ну и на самом деле просто там карты. Ну, то есть желательно, конечно, присосками, но может чем-то еще, наверное. Блин, ну сегодняшний вылет это, конечно, прям нечто. Просто нечто. Забил, когда играл. Ну, вообще-то можно залочить. По двум урлокам учиться, что еще боевые клещи под тебя, наверное, пойдет. Хоть прыгивать. Так, подождите, а тут есть нежить. Короче, в итоге будет что? В итоге будем сражаться против тебя и против тебя. У вас будет вот этот вот бади просто по рукам сейчас пойдет. Короче, по рукам пойдет, и в итоге будем играть против Кильтузада, вот этого вот Ривендера, сетапа, с кучей статов. Ну, поехали. Баф. Баф. 4-9, 4-10 карты. Так, у чела уже там что-то есть, да? Ну, можно пробовать разбить его, вдруг такая штука упадет. Можно его продержать. То есть, точно левел происходит, точно это происходит. Вопрос только по разбиванию. Будем его разбивать, чтобы пытаться достать, возможно, тебя, но тут в основном главный спел, да? Спел на улучшение. Либо придержим, на следующий ход сделаем левел. Там уже разобьем разведчика. Возможно, с него упадет такой триплет, провиться. Блин, фонарь, конечно, хотелось бы забрать. Фонарь хотелось бы забрать, да. Ты провидец, блин, а вдруг там реально провидец? Вдруг надо придержать, и там будет провидец. Ну, кто знает, ребят, кто знает, кто знает. Ну, давай, наверное, окей, разовьем сейчас. Ну, ладно. Ну и ладно. Ред, ребят, придется держать. Ну, я вот пытался, да. Ну, там двоек, на самом деле, дофига. Единичек как будто проще найти. Типа, двоек там хрен попадешь. По единичкам поменьше. Должно быть чуть-чуть попроще. Ну, блин, забавься, фигня. Мне часто в последнее время трон дают, когда только нежити нет лобби. У меня то же самое с послом и зверями. Типа, зверей нет, посол так это предлагается. Ребят, готовьте ваши пугу. Смотрите, смотрите. Вау. Пару достал. Пару достал. Чё кричал? Тут всего лишь пару достал. А поехали, я верю в себя. Let's go. Let's go, ребят, let's go. Пау. Пау, 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 пау. Мы вот сюда дадим. Что случилось? Да, ничего не случилось. Ничего не случилось, ничего не было. Уже писать пугу, ну подожди еще чуть-чуть. Чуть-чуть подожди пугу и будет жесткий пугу. Стол триплетов, ну все верно, все верно. Это уже почти добро, да? Топ-5 шестерка, вот-вот, я говорю, 5 штук сейчас будет. Вот это, он знает, что делать. Крестная жаброфея. Она молнией бьет по ногам кому-то. Чё-то не та картинка.
Слушай, маршруты играем сейчас. Пау. 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 И налево. Пау. Это право. Это было право. О, это было право, бестолочь. Окей, шансы нахождения триплета. У нас, короче, раз пара. Два пара. Три пара. Па! Голован. Пау! Давай еще ролл. Да я продам вот это вот, и там точно не будет 2-3 вот этого, правильно? Другой 2-3, окей, новая пара, ребят. Злиться начинаю. Первый триплет, что? Что? Как? Вот именно, но как, ребята, но как? Только не кусайся. Да хватит мне других мурлоков, давай, давай нормальных мурлоков. У меня вон все в парах, все лицо в парах. Ой, она билку не та дает, кстати говоря. Ну, ее можно было не разбивать сразу же, ну ладно. Ужасные тычки, просто отвратительно. Направо, направо, направо. Let's go. Окей, хорошо, хорошо. Хорошо, наныл. Наныл сюда, на ничью, наныл, наплакал. Let's fucking go. С последних денег дайте что-то хорошее. Последние деньги трачь. У меня еще есть деньги, я наврал. Я наврал, четко наврал. У меня еще есть деньги. Арслан, это твоя раскопочка. Ну как, Арслан, ну как? Сейчас довольна, а потом все равно вылечу от этого, да? Типичный заход! Типичный заход Арслана пишет! Типичный заход Арслана! Типичный заход Арслана! Типичный доход Арслана. Legends never, да, ребята. Legends never die. Legends never die. Золотая будокарта. Девятый ход, кстати, уже пора. Уже пора делать золотую будокарту с механоконем в реборне с сатами там под сотню, там где-то 80 должно быть. Уже, кстати, пора, уже тайминг подходит. Ладно, актеры. Да, да, как девятый ход и не готовы сразу.
Не готова золотая водокабра с бафами. Опа! Это что-то кушать подно, что ли? Legends never die. Басажабр. Басажабр. Тоже не нужен пшелон отсюда. Так, там еще был мурчаль для меня золотой. О, не золотой, а обычный мурчаль. Ну как, золотой бы для меня он. Это мат. Ну, пока что так. Типичный, типичный заход, типичный заход, ребят. Играя в эту игру с вебкой на своем персонаже. Типа, если что, чтобы если меня бьют, так сразу такой. Или смотреть карту так прокой, так. О, не, что ж такое, он пытается выйти в сетап с задом. Как это... Как-то неожиданно, там уже золотой ревендер уже сетапится под создание кельтзада. Ты про меня удивил. Ну чё, файт захочешь? Отходишь на пару часов, возвращаешься. Все красное. Да, Коля. Я не виноват. Я вам фачу. Боба не пьем. Я, ребята, не виноват. Виноват кто угодно, но не я. А, его котейщик, так это он виноват. Вот он. Бойста, блин. Ту-ту-ту-ту-ту. Дальше мы точно забираем. Я думаю, просто в ракета подержать. Фи продал, а парафии уже все. Отдыхать парафии. Какой он странный, почему на билку никогда не дает CO Body? А, пытается атаку на баде получить, чтобы... Не, ладно, окей, окей, есть смысл. Так лучше. Say so. Само собой сейчас вы, ребят, думаете, ну как, Арсва, ну как? Блин, реально как? Плоти монету? Ниже 3, надеюсь, не нашел. Если найдет, просто будет все равно проблема. Если батька так он летит разве не лучше? А кому-то сами разницы особо нет. Бран, замены, мы хотим золото. Да сетонько им так, на самом руках сейчас ничего не забивает, на следующий просто его заберем. Все раскрутим, потом поставим. Может, мы нового басажабра найдем, с басажабром будем призывать этого большого басажабра. А? Как насчет такого? Нашел нового басажабра, поставил его. С басажабра прокает вот золотой басажабр, золотого басажабра прокает два вот этих вот. Матрешка. Тут надо сейчас, чтобы побольше еще бафов словил.
Единственное, что возможно, надо стенку в него передавать, чтобы он со стенкой призывался, чтобы точно разбивался. Слушай, по рукам пошел. Надо этого Мут-Энса найти на дракона Мурлока, чтобы он слот меня освободил. Он, кажется, классно, он за каждый еще кличи получает, еще плюс статы, поэтому бафается больше других, но этот. Привет, Арслан. Вижу 13 к не за горами. У меня вот вчера было день рождения, а да у ладно. Тебя я слышал сегодня. С днем сегодня, рождения да. Спасибо, тебя. Спасибо, спасибо. Спасибо. Главное вот про такое как раз не забывать. Ладно. Я бы забрал басажабра, но так как есть басажабра не в магазе, поэтому делаем так. Да? Блин, он сыграл с ним и забрал сейчас у него еще бади, еще все на свете. Но это его там и топовый должен быть ходом. Помощи посидим. Куда не надо мне щитки? Опа, вот это вот надо. Это, конечно, не мяч, но я заберу. А, смотрим. Сейчас у меня очень гад. Show me what you got. На две карты яд может не разбиться. Окей, это одна из них. Ой, ё-моё, ему не нужен яд, он уже... Он жестко забафан. Ну, это все зависит от снайпера Ривендера. Holy moly. Нес набафал карту, она все равно с ваншота падает. Стоп. И я ничего не снайплю. На 15, походу. Вонючка. Ну, ради приличия, попади все равно по Ривендеру. Типа ты пытался. Типа пытался, типа там что-то этот. Ну, там я есть, вон он справа стоит. Эй. Эй. Тин-тин. Ну... Ну ладно, попробуем. Anyways. Anyways. Хоровой классный. Хоровой классный, хоровой большой, но... Наверное, нужно так себе думать. Ну, то есть, ему-то мы не должны проиграть, верно? Чат, верно или неверно? Верно, Арслан! Потом закрывашку поставим, то есть продаем эту двоицу где-то, поставим тебя. Вообще в идеале попробовать проходчика сделать, типа проходчик плюс Ривендер, но... Потри здоровья. Да, хочется схавать, само собой, ребят, хочется схавать. Че, голда, я сам что не 16, там даже больше. 21, потому что она улучшается под золотой дракари. Охренеть, там столько голды идет. Че, 21 голда там сидит, ну типа с одного живца. По дракаре улучшалась. Была броня. Что, плевать на броню? Сейчас мы с ним сыграем, и он меня просто выбьет.
Так ладно, все, давай, отставим, что-то продавать, что-то делать. Плевать. Тоже плевать. Давай так, ладно, сделал, неважно. А ну-ка. 20. Так. I'm supposed to be happy with that someone. Ну, конечно, наверное, будем, кстати, пробовать. Крысем поднял, надо попробовать, да? Не особо поднял по 100. Отыграл просто от проходчика, но решил не отыгрывать проходчика с Ривендером. Золчинич пытался найти. Ну что, теперь некого резать? Некого резать получается. Все же убиваем, все будет 16 урона, правильно? Let's go, ребята, let's go, let's go. Ну чё, ребят, умом не умом? Лучик солнца, так сказать, лучик света в нашем темном CAD дисплее, так сказать, слева на экране. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.